Во временно оккупированной Рамзаном Кадыровым Чечне ни дня без приключений. Недавно идейный вдохновитель чеченских тикток-бойцов, как и полагается российскому чиновнику, угрожал мирным жителям отправкой на убой в Украину. Приезжайте и нападите на сотрудника. Вы ведь хотите воевать и драться с ними? Или мы отправим вас в Украину? Кому конкретно угрожает Кадыров? Абсолютно всем мужчинам, которые не поддержали сотрудника ГИБДД во время его конфликта с росгвардейцем. Глава Чечни буквально забил стрелку кадыровцев против мирных жителей. А тех, кто не придет, Кадыров отправит на фронт. У нас есть ваши полные списки, так что либо собирайтесь в Украину, либо приезжайте в Урус-Мартан. Я вышлю туда полк ГИБДД, первый полк, полк Ахмата Кадырова. Посмотрим, что вы из себя представляете. Вот так постепенно объявленный Кадыровым джихад, или же иными словами священная война, превратилась в войну, на которую отправляют провинившихся чеченцев. На примере Кадырова прекрасно прослеживается настрой россиян вступать в ряды оккупационных войск. Поначалу Кадыров и его тикток-воины с задором клепали пафосные видео о тысячах добровольцев, желающих вступить в ряды так называемых кадыровцев. По всей видимости, столкнувшись с украинскими военными, ряды эти существенно поредели. Но султан не отчаялся и призвал самомобилизироваться всех россиян. Никто не должен объявлять мобилизацию, Дон. Мы все должны мобилизироваться, Дон, и объединиться, и стать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. И это и есть патриотизм. И вот сейчас, после того, как мобилизация не принесла Кремлю ожидаемых успехов на фронте, Кадыров вскрыл все карты. Отправка на фронт в Украину – это наказание. А для достижения каких-либо успехов России нужны миллионы мусульман-добровольцев со всего мира. США и Европа пытаются превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этого никогда не случится. Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей, объединиться против нашего общего врага. Их деньги и оружие – ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца. Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия бросила вызов всем предсказаниям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно идет к победе. Подобное обращение Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Что интересно, текст написан на китайском, а видео, которым султан Кадыров сопроводил свой пост, и вовсе на ненавистном им английском языке. Наверное, в своем вымышленном мире Кадыров представляет себя лидером всех угнетенных Западом мусульман и китайцев. Но, к сожалению, в настоящем весь мир уже давно знает, что он всего лишь добравшийся до власти и денег бандит, способный лишь забивать стрелки и самолюбоваться своими богатствами перед утопающим в бедности населением. Да, моя семья обеспечена, но у них машины есть, деньги есть, но все есть, но вот, а у вас ни хрена ничего нету.